Главная улица соцгорода. И буквально сразу же замечание – неудовлетворительное состояние щитка. Кому он принадлежит и кто должен заниматься его содержанием, только еще предстоит выяснить. После объезда будут искать и хозяев двух гаражей, стоящих на газонах. За благоустройство взялись всерьез. Пример тому – результаты объезда на прошлой неделе. По улице автостроителей, по торговым точкам у нас был объезд продуктивный. На сегодняшний день устранены многие замечания. Сейчас улица Ленина. Руководителям торговых точек на проспекте Ленина также выдавались предписания. Основные претензии – мусор, грязь, разбитые основы для цветочных клумб и вообще внешний вид зданий. Да, с пониманием относится народ. Все говорят, устранив в самые кратчайшие сроки. Кто-то говорит, уже начинает приступать, сегодняшним днем уберут территории. Кому-то кто-то просит несколько дней отсрочки. Даем короткие сроки. Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.